без руля нет. Решил прокатить. Какой там? Абсолютно невозможно. Вот сейчас остановлюсь. Подожди. Машины-то нету. Не упади только, не упади. Ну держись рукой. Да не за руль держись. Ты не достойна руль брать у мужа. Держись. До свидания. Вот надо же вот. И спорит, а спорит, а сама никакая. Мы идем на беседу. Так, сюда так уже снимай. Давай, поскорее маленько. Можешь идти? Так ты не запись, скажешь, что муж уронил. Вот так вот женится. Ну, женился ты не на старухе, а женился. Да ладно, 30 лет назад с вокзала, когда шли, ты всегда тормозила меня. Я говорю, держись за руку, быстро пойдем, дальше будет хуже. 30 лет назад ты точно такая же была. Ой, я ездила в Алтайку, в обморок пал, а там мне помощь оказали. Скорая помощь, там над тобой как заворошила ему. Реанимация. Вы себя поставили так, что вам жизнь в тягость. И вам не надо ни врачи, ни кто. Так не пойдет. На ходу соскакивай, парашютист. Держись. У меня спина болит. Да ничего не будет со спиной. Спина. На выставку спину выставляй. Меня утром штаны Во. Мы пришли по делу. Открой быстренько. Дымок. Сейчас только не падай. Товарное лицо должно быть еще себе. Мы по делу. Игорь, некогда сейчас вообще. 3 минуты 4. Сейчас поедете. Ирина сказать, я... Заняты все, заняты. Разговор, пожалуйста, несколько минут. Прекратить это надо, этот разговор. Три предложения, ты как я и не говорил. Мы вдвоем, что при присутствии. А, что насчет детей? Да. Ну мы слышали, все слышали. Да. Очень благодарны, значит, все. Смотри, беру за квартиру не платить, питание бесплатное. Понятно. С работы ночью всегда встречаю сам. Все поняли, да. Согласие, мы все по-хорошему, в ней жизнь. Поняли, да. Вы вчера говорили, да. Ну, одно говорили, другое дело, ты с ней жить вместе. Ты скажи, что вот мы договорились уже, все. Жить-то да. Утром что-то вместе молиться, а потом ложись опять. Люди всю жизнь прожились, друг друга мужиться не могут. По 80 лет обеим старухам. Ну. Вот так. И вот уживитесь, попробуйте. Ну, вот я сказал, условие какое. Ну, условие. Тебе это помощь даже была бы? Ну, продукты, ну, все есть, сами только готовить будут. Ну, продукты. Все поняли, поняли, да. Поняли, да? Поняли. Ну, вот ваше ведро. Ага. Письмо. Ведерко. Все, Дигнатий, мы торопимся. Так ты уезжаешь надолго? Да, в Мамонтово. Как приедешь на машине нам, которую у коровы мы выбросили там, ремонтировали, привезти нам. Замену стоял. Положь. Еще приехать надо с дороги. Ну да, как не разбиться, не убиться. Так мы будем вот молиться так за тебя. Вот. Значит, молитесь. Мы там выкинули за ограду, прям только положить, а к нам привезти. Ладно. Замену. Все, договорились. Скажи, Ирине, скажи, договорились по-хорошему. По-хорошему, какие? Да. Встречаем бесплатно, ни копейки нигде не тратят. Все понятно, да. Если какие у них там будут неудовольствия, там надо видимо, то я схожу к начальству, поговорю с ихним.
Все, понятно. Одеваться, хорошо. Все, пошли. Спасибо Христос за предложение, все. Что вы спасибо Христос. Можете принять. Ага. Все, пошли. Кончайте уже все.